Передвижная экспозиция об истории Химок появилась в городском округе. Администрация поддержала идею местного краеведа Валентина Чигарева. Он обратился к главе муниципалитета Дмитрию Волошину с просьбой сделать мобильные стенды с информацией о развитии округа. Рассказал о том, что у него есть уникальные материалы, которыми он хочет делиться с химчанами, в первую очередь с детьми, об истории, о развитии вот этих материалов. И ему бы хотелось, чтобы их можно было перевозить мобильно. И вот как раз и возникла идея вот таких вот мобильных стендов для того, чтобы создать эту передвижную экспозицию. И Дмитрий Владимирович пообещал и сделал. Свою коллекцию Валентин Чигарев начал собирать полвека назад. Сейчас в ней более 200 экспонатов. Открытки, значки, марки. И кроме этого, у нас, значит, еще есть историко-литературная страница, где собрана литература наших талантливых писателей с автографами для меня. Вот. И большая историческая подборка. Сейчас мобильные стенды располагаются в домашнем музее Валентина Чигарева в квартале Старбеева. В дальнейшем коллекция переедет в Дом культуры «Контакт». Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.